Доброе утро. Сейчас 7 утра. Сегодня была бессонная ночь. А, Авроренька болеет. Мы сейчас на даче. Доброе утро. Сейчас 8 утра и сейчас среда. Среда, да. Мы приехали сюда на выходные на дачу к родителям навестить. Но в итоге заболела я, и Аврора продолжает болеть, но мы уже в порядке. А и мы решили задержаться еще, потому что ей очень тяжело в поездке. О, очень холодно, просто проснулись сегодня. Ледяная комната, окно заело. Просто как в Англии. Капец. Я очень голодная. Горячий покачай, дождем чуть-чуть. Мама, мама спустилась. Что такое? Ну, не хочет слезать с рук, а я не могу на руках штуки делать. Привет, влог. Добро пожаловать в мое видео. Теперь я главный автор на канале из Морозова. Она, короче, отказывается сироп есть, нужно насильно запихнуть. Где Аврора? Где Аврора? А где папа? А мама где? А где Аврора? Вот она. А где носик у Авроры? Вот, а глазки? Вот. Вот тебе чай, вот здесь вот. Вот это я на чай. Я с тебя, наверное, пила. Тебе сделать капучино? Нет. Или ты не будешь? Пока не буду. Там еще не надо? Да. Очень вкусно. Да, ну еще кофе собрать. Аркаша собрал мне вчера ночью шиповник. У нас тут мята сушеная. Тоже наша, да? Подождем, собирал. Полная тема. Без фонарика. Деревенская. И... сделал мне, чтобы я поправилась быстрее, да? Да. Да. Именно, чтобы вам порядке. Ты с кем говоришь? Алло, алло? Алло, 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 алло? Алло, 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 алло? Ты залез? Так. Где яблочко? А девочка? Где цветочек? Кто тут? Мяу. Мяу, да? А кто тут еще? Пипи. Пипи? Да, все верно. Пить будешь? Кто это? Ты. Это малыш. Это не ты. Это не ты. Это другой малыш. Каша, спасибо. А где шарики воздушные? Шарики. Привет, привет. Какую читаем книжку? Эту или эту? Давай эту. Уши серые торчком. Это гусь. Правильно, гусь. Выгибает шею гусь, никого я не боюсь. Как начну щипать за пятки, побежите без оглядки. Аист. Это не... ну, это большой гусь, наверное. Тебе так можно объяснить. Это птичка аист такая. Спасибо. Твой кофе. Спасибо. Это мое вот это? Да. Двинитесь чуть-чуть. Да, кашка. Кашка. Нет, надо только твою кушать. Ну, мою сгущенку. Ну, можно мою давать, в принципе. Ну, там немного. Она потом не будет обычно есть, пусть ест. Но у тебя всегда лучше ест. Дурак должен знать, что его кормят. Эй, Костя, посты знаешь? У нас сейчас будет, вот... утренняя прогулка. Давай. Курица. С собой берем шиповник. Маленькие ботиночки. Маленький человечек. Давай.
давай с собой травку берем для Коко. Моя дева. Да? Все, давай. Молодец, молодец. Моя любимая бусюшка. Все? Еще? Ты пупушка? Все, она нарвала травку. Пойдем, Коко. Дорогие, доброе утро. Доброе утро. Девочки. Девочки. Good morning. Мальчик. Один. И ты. Теперь у нас малина остановка. Аврора любит срывать прямо и есть ягоды. Очень сильно. Колоться может. Вот наш день проходит приблизительно так. Я уже помедитировала, чуть-чуть поработала. Полтора часа, наверное, вот у меня было на мои дела какие-то с утра. И сейчас я с Авророй. Мы вновь на улице, опять были у куриц, гуляем просто по деревне. Скоро буду укладывать ее спать. Но сначала обед. Привет, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам о книге, которая будет полезна всей семье. Книга называется «Миллион для дочки» и содержит в себе очень ценные уроки финансовой грамотности для всей семьи. Эта книга поможет тебе научиться инвестировать и формировать здоровые финансовые привычки у своих детей, откроет для тебя новые источники дохода и научит ориентироваться в мире финансов. Эта книга поможет переломить привычный сценарий бедности по наследству. Это прекрасное руководство, написанное родителями для родителей. У меня у самой есть большие пробелы в финансовой грамотности, и эту книгу я рассматриваю как подробную и понятную инструкцию. Я приобрела эту книгу в интернет-магазине «Читай город». Там выгоднее всего. И у меня для вас есть промокод Морозова, который дает скидку 25% на все книги и товары интернет-магазина. А для всех новых пользователей при первом заказе действует скидка 30%. Очень удобно то, что «Читай город» доставляет в любой уголок России. Можно оформить заказ в пункт выдачи или офлайн-магазин «Читай город». В интернет-магазине «Читай город» есть бонусная система. Уже с первого заказа на ваш счет вернется 20% от стоимости всей покупки. И с последующих заказов до 15%. Один бонус равен 1 рублю. Следующие заказы можно частично оплачивать бонусными рублями. Мой промокод будет действовать до 8 октября. Ссылка и подробное описание акции будет под этим видео в инфобоксе. Спасибо большое, «Читай город». Мы гуляем. Это уже другой день. Хотела вам рассказать кое-что. 4 года назад мы сидели, обнимались, целовались здесь. Аркаша первый раз приехал в сюда, в деревню. И мои родители еще не знали, что мы вместе. Как оказалось, что они знали, но мы не знали, что они знают. Моя сестра младшая им рассказала все заранее. Вот. И мы сейчас И мы это обсуждали сейчас. Что теперь вот мы здесь же стоим. У нас уже бейбик. И вообще, как быстро течет время. Не успеешь глазом моргнуть, и все меняется. Поэтому надо очень ценить все, что есть прямо сейчас. Так ты ценю. Мы сильные. Да? Очень сильные. Мы все переживем. Ну, молодцы. Мы большие молодцы вообще. Огромные. То, что мы работаем над отношениями. Поверни меня, ковруш. Я как избушка, Аврора. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Right now I'm gonna cut. No, I'm gonna peel some carrots. Да. Такая была хорошая прогулка. У меня такое умиротворенное состояние. Супер. У нас тут корова еще рожает сейчас. Моя мама куда-то побежала. Жизнь фермерская. Весь день балансирую между тем, чтобы работать, по очереди сидеть с Авророй и сохранять наше sanity. Sanity, как по-русски sanity? Чистоту ума? Да. Не всегда получается. Что еще из новостей? Недавно я провела свой первый эфир. Свой первый эфир в телеграм-канале. Просто спонтанно сделала трансляцию, и мне очень понравилось. Я там познакомилась с девушкой, и она мне написала в директ вопрос про себя. Я ей сказала, что надо нам созвониться. Здесь столько звуков.
Надо нам созвониться и сделать разбор. Индивидуально я с ней буду делать разбор. Бесплатно, просто мне интересно посмотреть, как я умею это делать. Не уверена, что я вообще буду когда-либо делать разборы, даже платно. Просто хочу какой-то опыт новый получить. Потому что в жизни я знаю, что я просто вижу человека перед собой и вижу наибольшую картинку его, как он может развиваться, что он может делать, вот где он может себя подкрутить. Ты же не будешь всем говорить вот так вот. Типа, вот тут, 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 тут. Я не мать, чтобы раздавать советы всем. А когда тебя реально просят, вот, сделай разбор с удовольствием, просто с удовольствием. Витаминный салат. Ставьте лайк и подписывайтесь, кто любит витаминный салат. Салат доделает Аркаша. Я пришла кушать к моей зайке. И мы смотрим влоги про куриц без слов и там про ферму. Она очень любит смотреть на животных. Мы... Спартак везде. Бабушка проснулась. Доброе утро! Привет! Привет! Я сегодня проснулась в 6 утра, пошла завтракать, пошла на луг гулять. Так и не уснула, потом просто лежала, обнималась с ними, они до 9. Они, это Аркаша и Аврора, до 9 часов утра спала. Да. Сегодня проживаю этот день с мыслью, что когда-то я молилась, просила, желала того, что имею сейчас. И в рутине мы часто забываем, что то, что у нас сейчас есть, это то, о чем мы молились, просили. И это благословение. И это окей, что иногда случается рутина и обязанности, и тяжело становится. Но такая простая мысль о том, что это благословения, о которых ты просил, и ты живешь их, меняет очень восприятие всего, что происходит вокруг.